Я поздравляю вас с этим и Ивана Лукьяненко. Добрый вечер. Приятные лица, улыбающиеся. Значит, вам выставка нравится. Еще бы. Знаете, это уже достаточно такая длительная эпопея нашего выставочного пути, да, в этом музее. Музей стал краше, симпатичней. Были и другие времена, когда здесь как бы похуже было. Но сейчас красиво. Как бы нравится нам здесь выставляться. Все-таки это место для нас уже как бы родное. Ну, столько лет. И фотографии со временем вот опыта набираемся. Или же природа красивее у нас становится. Всегда приятно приехать в какое-то новое. Как оказалось, просто приехать на место пощелкать, не получится красивой фотографии. Переждать ночь и встретить рассвет. И самые красивые фотографии. Наши фотографы как бы стараются. Портретисты тоже у нас стараются. Честно говоря, такие классные фотографии уже делают. Мне очень интересно это. Вот, например, я как бы стараюсь во всех жанрах участвовать, но, видно, распыляюсь. Это за то, что они нам дают эту возможность насладиться такой красотой. Мы настолько уже поднаторели, как зрители, мы узнаем работы, не смотря даже на те подписи, которые есть. Можно Ахмата Байсиева, Александра Ходва, вообще даже не спрашивая, чьи работы. Вот Тенгиз Макаев, замечательные работы. Мы его, правда, в Инстаграме уже знаем, поэтому мы как бы подготовку прошли. А здесь уже подходим как к мастеру. Всем спасибо, кто пришел на нашу выставку. Во-вторых, хочу сказать тривиальные вещи, в общем-то. Спросили меня, говорят, трудно делать такие фотографии. Я говорю, ничего трудного. Например, 9 тысяч километров летишь, 12 дней идешь за молодыми ребятами, девчатами, тянешься. Вот. И нажимаешь кнопку фотоаппарата. Вот и все. Все готово. На самом деле, конечно, вот фотография — это один из способов активной жизни, и хочешь не хочешь, фотоаппарат заставляет тебя идти куда-то подальше, повыше, если можешь, вот, и смотреть. Я
часто удивляюсь тем фотографам, которые в обычном сюжете находят что-то такое занимательное и удивляются. Вроде ничего такого сложного, а чем-то вот притягивается. Ну, глядя на других, и сам стараешься, сам стремишься. Ну, а получилось ли получилось вам судить? Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. С удовольствием хочу предоставить слово руководителю регионального отделения Русского географического общества профессору Мухамеду Кадировичу Кожокову. Спасибо большое всем. Вы знаете, вы, они все прекрасны. Они одухотворены красотой внутреннего мира каждого художника. То есть каждый человек, который участвует, он много лет уже пребывает в составе этого клуба, но это именно несет радость. Потому что, насколько я знаю, их с течением уже ряда лет, это люди, которые несут в себе восторг природой, людьми. То есть увидеть прекрасное в глазах человека, в облаках, в небе, солнце и донести это до вас. И то, что сейчас они дали возможность нам вместе всем собраться здесь. Сегодня наше музыкальное сопровождение — это харп-дуэт «Джем», кельтская арфа Алла Атаикова и скрипка Елена Антонова. Спасибо вам огромное, вы очень украсили наш вечер, и я всем желаю приятного просмотра. Спасибо. Следующий раз.